Цветок, еще цветок, так распускается слива, так прибывает тепло. Удар, еще удар, так мастер машет клешней, так погибают пацаны. Приветствую вас, разящие фиалки, с вами Федорович, а это видео для тех, кого хоть раз в жизни избили, и жажда жестокой мести съедает вас изнутри, не давая спокойно жить. После просмотра этих техник вы сможете отомстить, но не захотите, ибо вселенское понимание всепрощения настигнет вас. Встретить истинного мастера так же тяжело, как и бескорыстного чиновника. Но этот великий учитель кунг-фу поистине велик. Почему? Да потому что он не такой, как все. И вместо того, чтобы раскидывать своих учеников направо и налево, он сам улетает от их невероятного удара пузом. А это поистине редкость. Побеждает не стиль и не техника, побеждает боец. И я бы даже сказал, что для победы не нужен соперник. Ведь в сопернике можно выбрать что угодно. Vamos lá! Mostrar a verdadeira força bruta, vamos treinar nas árvores mesmo, né? Vamos mostrar toda explosão. Então vamos lá! Умный мужчина не думает, кто у его женщины был до него. Он делает так, чтобы после него никого не было. А великий воин не думает, что останется после него. Он уничтожает все, что может ударить. Если вы подумали, что у пацана улетела кукушка, и теперь он бегает по полям, ломая деревья и кусты в надежде ее вернуть, вы глубоко правы. Но заодно он и тренирует смертельное искусство капуэйры. Ведь если ты можешь ногой скосить ромашку, то голову человека наверняка перехерачишь налегке. Я вот всегда думал, что мы, малыми с пацанами, занимались херней на полигоне. А оказывается, мы-то постигали искусство капуэйры. Когда перед тобой вино, думай о том, что будет, когда его не станет. А эта техника поможет вам всегда иметь бесконечные запасы горючки. Алкоголиком называют лишь того, кто может выпить больше, чем ты сам. А изучив эту технику, вы будете самым божественным человеком в любом гаражном кооперативе. Если вы не понимаете, что за ахинея здесь происходит, объясняю. Великий мастер Забульдыга вложил силу чи в бутылку, и теперь никто из всей толпы алконинзей не может к ней притронуться. Конечно, это отличная техника для сохранения личных запасов бурячихи и сивухи. Но, думаю, жить этому мастеру осталось недолго. Его просто завалят. Или производители беленькой, или местные храны. Ведь вы представляете, что будет, если этот мастер
наложит свою силу Чи на все лекароводочные отделы в супермаркетах. Тогда нас точно ждет апокалипсис. Когда ты один, думая о своих грехах, а когда в обществе, забывая чужих. А когда изучаешь смертельные техники, главное не переусердствуй, чтобы они не переросли в какой-то разврат. The seized testicles. This technique can be used against attacks from the front, side, or rear. It is very easy to use. It entails reaching between the attacker's legs and crushing his testicles by squeezing hard with your hand. A variation of this technique is a smash strike to the testicles with the forearm. Несмотря на всю непредсказуемость этих тренировок, которые могут перерасти в видео для запрещенных сайтов после нескольких нежных захватов коллеги, эта техника реально страшная. Ведь если вами не удастся причинить злодюге боль, то минимум вы сделаете ему приятно. И тогда он станет вашим тайным поклонником, чтобы регулярно испытывать эту технику на себе. О жизни и деньгах думают тогда, когда они подходят к концу. А вот к какому мастеру идти и какую технику изучать, нужно думать как можно раньше, чтобы в случае великой битвы сразу применить лучшую и смертельное искусство. Я уверен, что у каждого из вас в жизни была ситуация, когда вы, как невинный барашек на ромашковом поле, гуляли по лугу с бархатистой травой и любовались прекрасными деревьями. Но вдруг вас окружили 20 гопников с палками, мачете и злобными глазами, которые, не говоря ни слова, сразу решили всей толпой вас завалить. Именно для таких случаев и нужна эта небесная техника божественного удара Чи. Поэтому она вам точно пригодится. Страшнее фотографии в паспорте может быть только ее ксерокопия. А страшнее мастера-убийцы может быть только вежливый мастер-убийца, который сначала притворяется джентльменом, а потом ломает тебе кадык херам. I'll just bring Paul over here. We have the Adam's apple. The hand makes a circle and chops into that brainstem. That's a knockout point. Thank you, Paul. I come right in and attack the Adam's apple. Thank you, Paul. So you poke from here right into the eye. Thank you, Paul. I hit him, comes flying back. If I miss, into there. Thank you, Paul. As you can see, there's a lot of force. Thank you, Paul. And we're squeezing hard behind the windpipe. Thank you, Paul. I follow through with the strike. Thank you, Paul. Wham, like that. Thank you, Paul. Kick, like that. Thank you, Paul. Coming right down on the skull. Thank you very much, Paul. 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 Out of that circle. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, каким стилем вы будете завтра покорять наливайку. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в $1 по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Отсюда работаем. Левый в печень, раз. И левой же рукой в голову, два. Уже выравнивая корпус. Делая эту работу направленную на координацию. Ребята стоят ровно и бьют живот просто вниз рукой. Это неправильно. Очень классное упражнение для наработки скорости, точности прямого удара. Вместе. Широко. Вместе. Вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку.